Природа всегда стремится овладеть пространством. Линия будущего возникает раньше, чем момент событий. Спонтанность решений, симметрия законов, вариативность проявлений — это рассказ всеобщей причинности, подчиненный хаосу. Мир оставляет следы первоначальных условий, хранит отпечатки случившихся явлений. Так он рассказывает историю повиновения моменту. Структура, свойства, состав — это штрихи изменений. Обнажив себя, они запускают новую интерпретацию будущего. Мир, чувствительный к малым воздействиям, открывается с новой стороны. Легким дуновением запускается цепочка событий, ведущая к крупномасштабным изменениям. Любые предсказания невозможны. Кроме одного — неизменность развития. Совершенствование — это почерк эволюции, и все элементы объединяются с этой целью. Белкантон. 25 лет естественного развития.